Итак, можно ли вышивать в церковные праздники, особенно на Благовещение? Ну, если вы вышиваете церковные какие-то вещи, иконы вы вышиваете, ну почему бы, может быть, и ничего страшного, вышивайте себе. Крестик сделайте и молитвку прочтете, бусинку пришьете, еще одну молитвку. Все лучше, чем телевизор смотреть. Впрочем, если у вас есть семья, есть дети, может быть, вам уделить внимание им? Все-таки праздник, надо бы побыть как-то в семье, с детьми, пообщаться, ну, не знаю, сходить, может быть, куда-нибудь с ними. Провести просто время, особенно с детьми. Это очень важно. Детям не хватает нашего внимания. И как раз церковные праздники были бы нам тоже в этом отношении неким напоминанием о том, что детям нужно... внимание, любовь, ласку, заботу. Причем это не только в том, что приготовить им что-то, накрыть на стол и постирать, а это просто даже внимание нужно. Но если вы одинокий человек, ну почему бы нет. Так, вопрос не для публикации пропускаю.